Павел Мамаев, номер 7, полузащитник. В осенней части сезона 2016-2017 принял участие в 6 матчах. Провел на поле 237 минут. В среднем за игру пробегает дистанцию 9277 метров. В матче против грозненского «Терека» Павел стал автором 2 голевых передач. Краснодар имеет шанс. Мамаев штрафной. Мяч под правую, пас пяткой. Инжечик, и это 2-0. Офсайд. Нет, но все-таки был офсайд. Пальный мяч. Станислав Кривцук. Ну, это логично. Подача была очень неудобна. Мяч закручивался. Управление от вратаря. Вот здесь быстрый пас. И Федор Смолов пропускает мяч на Ари. Очень хорошая атака Краснодара. Удары 2-0. 2-0 забивает Ари. Ну, здесь... Получилась быстрая атака вот здесь. Упал, поднялся, и вот оно. Вот оно ключевое. Мгновенно принимает решение. Душно и рабочий день. В общем, есть, естественно. Но у нас, конечно, удивительный чемпионат. У нас сегодня не ходит, потому что холодно, а летом не ходит, потому что жарко. Моменты тем временем вот такие возникают. Прекрасный заброс Павла Мамаева. Пять мячей, но забивали только лишь Смолов и Ари. Ну вот теперь шанс для Павла Мамаева. Разбег, удар. Нет, это передача. Смотрите, что они исполнили. Они повторили то, что делал Аякс. Они повторили то, что делала Барселона в прошлом сезоне. Мамаев делает передачу на Федора Смолова. У них это получилось. Тут же первым касанием штрафной удар головой. И тащит Андрей Лунев. Сумасшедший сейв. Подборка порыва. Одно касание. Мамаев, скидка. Опасно. Будет удар или нет? А в чем суть? Расскажем после. Давайте смотреть, чем завершится эта атака. Павел Мамаев подхватывает мяч. Отличная передача. Лунев.